Весна, податливая как абитуриентка, принесла свои заботы, среди которых первое место занимало полное отсутствие витаминов в молодых растущих организмах моих однополчан. Старослужащие по-своему боролись с проблемой и то и дело посылали нас за дополнительным провиантом в город. Так, слушай сюда, значит, яблоко купишь, в них много железа. Бананов чистится легко. Ну, чеснок и прочие абрикосы. А если не будет? Чего? Банана или яблоков? Чеснока. Луку купи! Или там мясо, рыбы. Слушай, Толстый, не нервируй меня, купи пожрать и побольше. Все, свободен. Есть. В тот день наша рота заступила в наряд по кухне. Духи стонали и чистили национальный овощ. А дедушки прохлаждались в хлеборезке в ожидании праздничного ужина. Жилищного урубка. Дворец. Да не подходит, тут Б в середине. Разрешите? Вот, сэкономил. В переходе у старушки купил. Алло, Мамбет, видишь, хлеб, масло. Убирай свои псилобицилы, короче. Вернулся Бомба с ведром сушеных грибов. А это что за сорт? Странные грибки. Тущие какие-то. Это молодые подберезовики. Точно не мухоморы? Не. Бабка гарантию давала. У нее студенты из Питера комнату снимали. И за комнату вот этими грибами расплатились. А сами каждый день эти подберезовики ели. Взрослые парни кивают, молодые парни молчат. Приготовление праздничного блюда поручили нам со Штыком. Мы не особенно торопились, так как картошки еще оставалось много, а чистить ее азарта не было. На пробу сварили и обжарили треть ведра. Понимаю, что со мной происходит. Такого со мной еще не было. Льдины плывут на север, пингвины плывут на юг. Овцы кусают клевер, овцы кусают своих подруг. Умер великий Мао, Ленин давно готов. Деликатессимус. Присоединяйтесь, Марон. В старом зеленом пальто. Смертельно. Пища богов. Скушать, что ли, ложечку? Так, бойцы! Соп, ведро, сковородку и варганить. Алис, у дедушки аппетит проснулся. Пока мы со Штыком готовили следующую порцию,
случилось непредвиденное. Ты чувствуешь, майор? Так точно. А что? Батя, совершая на пару с сиротой вечерний мацион по вверенной территории, учуял завлекательный неуставной запах. Добрый вечер. Добрый, добрый. Так, римский император, прославившийся распутством и жестокостью. Калигула. Отставить. А мы в счастливом неведении тащили старослужащим вторую сковороду деликатеса. Форма жизни. 5 букв. Да-да. Берг, тетя. Грибы, товарищ генерал-майор. Грибы, товарищ генерал. Молодец. Берг. Газеев, давай кляпаться. Грибы, товарищ генерал-майор! Грибы. Господам офицерам дембельские грибы пришлись по вкусу. Но спустя час после ужина начались события, не укладывающиеся ни в какие рамки. Майор Сирота зашел по маленькому в штабной сортир как раз в тот момент, когда полковая кошка Мурка умывалась, сидя на подоконнике. Подавленный дух, испуганный взгляд, и ангелы все как один говорят, все, кто ушел... Ты что это? Анжел Дэвис здесь делаешь? Куда? Барабан, пусто внутри и поэтому полон стакан. Но мама, это я! Это я! Мама, это я! Это я! На звуки выстрелов прибежал Ожогин и арестовал майора. Мама, это твоя кровь и нет. Мама, не пей. Мама, это я. Тебе, Егорыч, и закон об операции. Все равно, спид или рак, грядущее пепел, прошлое мрак. Срази меня гром, если это не так. Непознанный бог, который внутри, сам поставит точку на ты в тот день, когда завершится твой жизненный путь. Мама, это я! Это я! Мама, это я! Это я! Мама, это твои слезы в ампулах. Мама, это твоя кровь в меня. Мама, не пей. Мама, это я. На-на-на-на-на. Орбит, ко мне, кому сказано? Стоять!
глубоко уважаемый Билл, дружище. В штабе тоже было не все обычно. Едва генерал-майор употребил тарелку с грибами, он тут же принялся сочинять письмо. Ультиматум Клинтону. Да не на почту, боец. И без ответа не возвращайся. Есть, товарищ генерал. Пыса по старой привычке письмо перед почтой вскрыл и счел необходимым, не откладывая, ознакомить с посланием каптера Гольдмана. Писал наш генерал американскому президенту буквально следующее. Билл, дружище, я тебя не понимаю. Чего же за хрень там со стратегической оборонной инициативой? Где, спрашивается, конструктивная оценка ситуации? Если все это завтра к полудню не прекратится, я буду вынужден нанести ядерный удар по Бруклинскому мосту. Твой Степа. Мы теряем старика. Надо бороться. И Гольдман принялся сочинять ответ. Неси, батя, воин. Талалаев был не силен в английском, поэтому вызвал в помощь Ожогина. А тот пришел вместе с только что арестованным сиротой. Где Степашка? Дорогой Степашка. Соля вместит. Дорогой Степашка, прости, не углядел. Увольняю шифровальщика и отвожу свои войска в сторону. Кстати, почему тебя еще Гольдман служит? Ведь приказ на увольнение уже подписан. Немедленно реши этот вопрос, или я пошлю томагавки на Минск. Твой Билл. Ответ не понравился. Надо обсудить наши действия. Пора, Сережа, американцев потискать за сиськи. Как ты на это смотришь? Я давно говорил. Тогда за мной! Ни секунды, ни медля они отправились на командный пункт, но попасть туда не смогли. А, ключи у кого? У меня ключи нет. А у кого они? У кого? Живо его сюда! Невозможно, товарищ генерал-майор, вы же его сами в колхоз отправили. Что там? Есть! Есть! Русские не сдаются. Атаку назначили на рассвете. А чтобы не скучать, читали вслух переписку Владимира Ильича с Бухариным. И вопрос о верной линии получает еще и еще большую важность, ибо на этом поле... Товарищ генерал-майор! Врагам легче обстрелять нас. Как-то не по порядку получается. Некий обскурантизм в действиях. Это место мне особенно нравится. Самое лучшее, пожалуй, если бы Беленин мог бы иметь базу в Испании и получал бы там наши письма. И потом возвращался в Испанию или туда же, где он и теперь.
или в соседнюю страну для закрепления связи. По второму пункту. Пыса не на шутку разволновался, что Талалаев и впрямь развяжет военные действия. Представляешь, они на Америку в штыковую собрались. Да не бери в голову. Ложись спать. Партия, превращенная в сборище единомышленников, такая партия принесет больше вреда, чем пользы. Мы паки и паки повторяем. Нет сборищем. Да, четко организованным группам. На 9-м письме генерал-майор пришел в себя. Не осталось порой имен. Те, кто приняли смертный бой, стали просто травой полевой. Молчать! Держаться. Докладывай, где купил. Четче. У бабки. У какой бабки? Старенькой. Переход за кинотеатром. Держаться. В ваших руках боеспособность нашего рода войск. Понял, солдат? Так точно. Тихо. Приказываю выйти в город. Найти старушку и выкупить у нее весь запас грибов. Для нужд обороны. Понял? Так точно! Тихо! Точно, товарищ генерал майор. Командиры батальонов не уделяют никакого внимания морально-этического воспитания бойца. С пищей также напряженка. Где, я вас спрашиваю, углеводы, жиры, не говоря уж о белках. Товарищ генерал, ваше приказание выполнено. Грибы? Никак нет. Грибов не нашел. В ресторане купил оливье на все. Там, товарищ генерал, белка выше крыши. За эту импровизацию вы ответите, товарищ солдат. И вообще. У нас в привычку вошло передергивать мои слова. Проходим. Но забыл, я повторю, всему полку 24 часа на стройподготовку, сию минуту, на плац. А коптер Гольдман подготовить к увольнению в запас и припроводить на гаупвахту вплоть до увольнения. Лазарета всех кривых выгнать на тренировку строя и песни. За такое власть на небо, плачущее небо под ногами, ужас разгинается вниз за облаками, осень оно с тобой не берет. Ужас разгинается вниз за облаками, осень оно с тобой не берет. Приказ генерала выполнили в точности. Промаршировали, припроводили, пропели песню. А про историю с грибами все скоро забыли, потому что у нас в полку новая напасть приключилась.
самом начале июля с нашим начфином случился карачун. Когда он почту просматривал, на силу откачали. Брось размахивать! Маги! Листочек оказался счетом за международные переговоры. Кто-то ухитрился с командного пункта наговорить 10 часов с Доминиканской республикой. Это же надо. Половина всех зарплат. Какая сволочь. А телефончик-то командного пункта. И дата одна. Ожогин говорит, живо мне график дежур за прошлый месяц. Посмотрим, кто балует. Товарищ полковник. Вот они, голубчики. Путем несложных расчетов замполит установил, что дежурили в тот день на командном пункте «Штык» и прапорщик Казаков. Казакова подозрения сразу же сняли, поскольку он по телефону говорить вообще не умел. Давай этого очкастого ко мне. Есть. Ну объясни мне, дураку, о чем можно 10 часов разговаривать по телефону? О сексе можно, товарищ майор. Хм. Да кто ж с тобой, кирза, о таких тонких материях трепаться может? Иногда лучше говорить, чем жевать. Ну, кончай жевать. Начинай говорить. Почему здесь везде телефонный код Доминиканской Республики? Государственной изменой пахнет! Товарищ, с кем разговаривал? Товарищ, с кем разговаривал? Горячая линия! Ему 20 часов говорить, не впадло. Горячая линия. Разговор с самыми сексуальными девчонками планеты. Вы платите только за международный разговор с Доминиканской Республикой. Так зачем же ты, враг рода человеческого, так долго с ними разговаривал? Так интересно же. В общем так, сынок. Или ты найдешь способ вернуть деньги, или мы тебя в дисбате сгноим. Не слышу ответа. Слушаюсь. Слушаться надо было маму. А в армии, говорят, есть. Товарищ старший сержант, ну где солдату такие деньги взять? Надо это, Зази звонит. Заза кто? Заза. Я с ней в школе это учился, короче. Джава сестра. Джава кто? Джава хозяин весь этот секс. 42 девушка. Инжир. Персик, арахат, лукум. Джава где? В Доминиканской Республике.
Джава, вон тот дом живет. Ты звонишь, республика. Они звонят, Джава. Совместное предприятие. Деньги пополам. Джава денег много. У него это, джакузи есть. Я ее купался, короче. Вот что, брат, бери штыка и идите там к жабе, к заразе, мне насрать. Главное, парня спасти. И пошли Фарух со штыком к Джаве. Джава их как родных встретил. Но Фарух рассказал ему, какая со штыком беда приключилась. Джава аж за сердце схватился, когда услышал, что такого парня за мелкую провинность хотят в дисбате сгноить. Я, говорит, русского солдата в обиду не дам. Напоил, накормил, даже предлагал штыку в джакузи искупаться. Короче, договорились, как беде помочь. Штык должен на командном пункте на телефоне сидеть. Ему через Доминиканскую республику будут неохваченные мужским вниманием барышни звонить, а он им эротическую лапшу на уши вешать. А Джава, заработанные штыком деньги, будет на счет части переводить. Вы лучшая девушка в СССР. О, спасибо, дам кишен. Пожелал на прощание успехов в боевой подготовке, просил навещать почаще, не забывать. Первое дежурство штыка начальство разрешило нам с Гологурой присутствовать на командном пункте, чтобы морально поддержать дебютанта. Время близилось к полуночи, а телефон молчал. У Начфина первого нервы не выдержали. Алло. Как вас зовут, мадам? А как приятно. Я? Зовите меня Евгений. Или просто Женя. Как? Жужу? Ну, жужу так жужу. Давайте с вами поиграем в какую-нибудь интимную игру. Как? В смысле, стесняетесь? Подождите, подождите! Она положила трубку. А ты чего хотела, Остолоп? Какие игры в полночь? Шлёп-шлёп и в дамки. Можно попробовать? Алло? Тебя как зовут? Галя? А я Боря. Снимай трусы и... Слушай. Чего? Да? Как докторская колбаса? Я есть запухнув по весне, словно почки у березы. Я ночами для тебя в парке обрываю розы. Я беру тебя за ляжки, тащу на диван. Любви колбасит. Колбаса, любовь. Чё? Колбаса, колбаса, любовь. Просто колбаса ел. Я звоню тебе, звоню. Я ору по проводам. Я люблю тебя, люблю. Все возьми, я все отдам. Солнце в четвертый раз небо в красный красит, но мы не спим. Нас от любви колбасит. Колбаса, любовь. Да, товарищ майор, большой человек.
У нас в поселке тоже такой был. Завклубом. Шмидт фамилия. Четверых обрюхатил. Но, правда, мужики его потом поймали, в шахту скинули. И что? А хоть бы что. Его со сломанными ногами забойщица нашла. Так он ее тоже осчастливил. Пришлось кастрировать, как кота. Всем поселкам собрались смотреть, как ему зоотехник яйца рубить будет. Это что? Вот был у меня приятель, прапорщик в авиаполку. Так ему жена за раз тройню родила. И все на командира полка похожи. Он и спрашивает: ты, падла, где с ним спуталась? А она ему: вот тебе красная звезда, в глаза не видела, только на фотографии, что над нашей кроватью висит. Вот такие чудеса. Чушь какая? Чушь не чушь, а скоро этот прапорщик старшего получил. За идейную дисциплину. Это что? А слыхали вы про черного замполита? Ну так слушайте. В 39-м полку, в 30-м батальоне служил один замполит. Товарищ подполковник! О, молодец, майор. 5 часов продержал эту моральную гражданку. Возместил половину ущерба. Но она теперь вас спросит, товарищ подполковник. О, как ее пробрало-то. Сейчас я ей задам. Как ее там? Галя, говоришь? Галина Спиридонна. Оказалось, что сирота всю ночь развлекал Галину Спиридоновну Талалаеву, жену нашего генерала. В тот вечер она мужа разыскивала, все телефоны в полку оборвала, а генерал на рыбалке или на охоте застрял. Ну и нарвалась на майора. Поначалу испугалась, а потом ей понравилось. Хоть и генеральша, а сердце не камень. Вольно. Что же ты, контра, такое непотребство ей плел? Да откуда же я знал? Она только что представилась. Что теперь делать? Она же генералу все расскажет. Караул? Развлекать ее дальше. Похоже, ей понравилось. Галя, слушай меня внимательно. Сейчас я тебя поставлю вверх ногами. Когда ему счет пришел, тоже чуть Кондратий не случился. Хорошо начмет вовремя подоспел.
впереди ожидали нас невероятные испытания. Первый день осени ознаменовался приездом генерала Талалаева из отпуска. Прибыл наш отец родной загорелый, как такса. Здравия желаю. Здравствуй, мой хороший. Как отдохнули? Курортничал я. Ни с кем иным, как с директором спортивного общества «Динамо». Да, Досапов, Павел Кузьмич. И вот зашел у нас спор на твою, майор, премию. Кто хозяин? Небо. То ли штатские спортсмены, договорники, то ли военные, кадровые. Так что составь список из трех, кого не жалко. И с неба в цель сигать. Оно, конечно, дело заманчивое. При таком обстоятельстве и родного сына не жалко. Жалкого только у меня его нет. Составь список и доложи. Есть! В список майор включил бомбу, штыка и меня. Ну, прежде всего, Пестемеев, обжора. А с ним Каширский, паскудник, и Бобков, голубчик. Проводим на небо в последний путь. Сытыми, мытыми. Останется только переодеть. Ну что ты мелешь? Может, обойдется? Да, земля! Я своих провожаю! Питомцев! Долетайте до сада! Который раз лечу Москва-Одесса, опять не выпускают самолет. И вот прошла вся в синем стюардесса, как принцесса, надежная, как весь гражданский флот. Нет, я не хочу летать. У меня и голова от высоты кружится. А если парашют не откроется? А если откроется, но не потянет меня? Да, тебя надо как бронемашину. На трех куполах планировать. Тогда Бомба спрятался в трансформаторной будке, поскольку знал, что сирота электричество боится. Но майор его перехитрил. Отрубил ток и с помощью колбасы выманил из укрытия. Меня забрали с овощного склада, ничего не объясняя. Всех мудрее поступил штык. Другой мой товарищ, любитель рыбалки, поймал большую рыбу. Бэтмен Форева! Он заперся в санчасти и, пока сирота ломал дверь, вкатил себе лошадиную дозу снотворного, в результате чего на время превратился в овощ. Таких не берут космонавты, таких не берут космонавты. Пришлось вместо него отправлять Пысу. И поехали мы на областной полигон военно-воздушных сил. Давай, давай. Во, как нехорошо. Даже очень плохо думает. Да пусть лошадь думает. У нее голова большая.
заводе у нас такой случай. Один крановщик, Петька, напился вином. Научил плясать на башенном кране и свалился с него. Он попал на тюки со стекловатой. Думали, что повезло. Но скоро помер крановщик. Ночью во сне насмерть зачесался. Брехня. Че, крановщик, помыться не мог, что ли? Вообще, какая разница? Нас-то, небось, не на стройке кидать будут. Много на свете непонятного. А что тут непонятно? А землю чмок, и глаза через анус. Будешь космическим гостем. Надо много думать. А может, захватим самолет, а? И в Турцию. Не, в Турцию что-то не очень хочется. Они много острова едят. И к тому же, нехорошо наши самолеты туркам отдавать. Да хрен с ними, с турками, с чурками. Самолет кто поведет? Разбудил меня женский хохот. Я было глазам не поверил, но нет, все верно. Подъем. Кто здесь Бобков Геннадий Романович? Я. Будете старшим. Капитан Клубничкина. Старший лейтенант Черникина. Будет вас готовить к полетам. Очень приятно. Собирайтесь за нами. Штатские прибудут к обеду. Прыжки завтра в 7 утра. За мной. Колбаса. Не отставать! Темп, темп! Ядрёна мать! Кому расскажешь, не поверят. Поверят, поверят. Спать будете в карцере. Под замком. Да вы это, не подумайте ничего такого. Мы до секса не имеем особенного интереса. Ну, вы-то, может, и нет. А у нас бабы 6 месяцев в карауле без отпусков. Не углядишь, порвут. А какой род войск? Известно какой. Десантный. Каждые 6 кирпичей ладони ломит. Ну, лишь бы кормили. Рацион хороший, витаминов много. Ладно, пошли устраиваться. Если бы это апрельское утро, вся надежда на выпускницу гидрометеоинститута. Ждут рассвета метеосводки со своих катеров плода. Рыбаки из карантинной слободки и разведчики, и пилоты. Ждут матросы весеннего лова, но не ждет на морях путина. Скажи им верное слово, дай надежду им, Валентина. Валентина. После завтрака мы прослушали интересную теоретическую лекцию, из которой мне стало ясно, что наши шансы благополучно вернуться на Землю невелики.
А после обеда офицерши повели нас в спортзал учить премудростям управления парашютом. Надежду им Валентина. Валентина! 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 Встать на табуреты. Это зачем? А это за тем, чтобы ноги не сломать во время стремительного планирования. Если ноги растопыришь, они в спину войдут, как иголки. Учите, учите нас. Учите лучше. Мне с ногами шутить нельзя. Пошли! Вот. После тренировки нас опять отвели в карцер и заперли на тихий час. Легли мы на матрасы и стали фантазии порождать. Вот приеду я домой и скажу ребятам. Здесь, ребят, хорошо, а на небе гораздо лучше. В небе только соколы и облака. Надо оправиться перед полетом как следует. Так весу меньше. Вот вечно у тебя одно паскудство в голове, а? Я тебя большом, а ты... Лучше в голове, чем в штанах. Я слышал, до земли, скорее всего, можно и не долететь. Сердца у некоторых не выдерживают. Что, серьезно, что ли? Да чтоб мне прапорщиком казаковым стать. Мне наш мастер рассказывал. Не, мне сердце напрягать не положено. Надо пойти к врачу и сказать, что у меня сердце совсем больное. Никудышный у меня этот орган. Кто-нибудь! Помогите мне! У меня сердце щемит! Или щемит! Позовите доктора! Алло! Ну, тут это, доктора бы мне, вот. Нет, солдат здесь доктора. Вот у нас на прошлой неделе сержантка одна приставилась, непонятно почему. Так вот, ее пришлось мертвую с самолета сбрасывать, чтобы по уставу ведомость занести. Медаль посмертно дали. Будешь говниться, перед прыжком будем связывать, понял? Понял. Чем за кольцо-то дергать будешь? Да, действительно. С кольцом как-то не продумано. Где должен быть командир? Впереди, а лихом конец. Перед закатом Клубничкина с Черникиной повели нас в клуб знакомиться с подъехавшими штатскими парашютистами. Знакомьтесь, солдаты, братья Гальперины, троекратные чемпионы мира по затяжным прыжкам. Очень затяжным. А ведь ты врешь, Василий Иванович. Hello, дурачки. Буэнос диас, однояйцевый. Что, надоело кирзу топтать? Да, по тапочкам соскучились. Ну, скучать вам недолго придется, по тапочкам. Вы не волнуйтесь, парашюты мы вам сами уложим. Ой, да, я совсем забыла предупредить. Товарищам Гальперинам, как профессионалам, поручено уложить ваши парашюты тоже. Отличная новость. Мы тут с однополчанами провели экстренное совещание и пришли к выводу, что сдаемся. Да нет никакого смысла соревноваться с такими большими чемпионами. Примите наши искренние поздравления.
и горячую любовь. Небо нас рассудит. Не бойтесь, ребят. Авось пронесет. А что, бывали случаи? Пока нет. Где должен быть командир? Буэнос Диас. Ну вот что, пацаны, ломиться надо. Судя по всему, нас после прыжка в столовую не ждут. У них, видно, такие трагедии по графику. Я спер вилку. И сегодня ночью дезертируем нахрен. Ребят, а я бомбу не поднимем. Давай попробуем. Ребят, я не залезу. Давай. Надо другой какой-нибудь выход пошукать. Ребят, я больше не могу. Может быть, побег нам и удался бы, если бы бомба не увидел по пути деревянное строение с большой буквой «Ж» на двери. Ребят, я очень хочу, нечеловечески хочу. Слушай, он конкретно издевается над нами. Ты что, потерпеть не можешь? Сил нет. Я на секундочку. Ну давай, иди, булькни. За секунду. Какун. Смотри, баба, я так и знал. Теперь придется ее убить. Ты что, обалдел, что ли, совсем? Девчонка пописать вышла, а ты ее жизни лишишь? Господи, да что же это такое, а? Девки! Девчонки! Солдатик! Слушай, у меня плохие предчувствия. По-моему, надо срочно... карцер возвращаться. Слышь, пуля, а бомба? Кто не успел, тот опоздал. Сам нарвался. Засранец. Учу! Солдатки ломились в карцер до 3 ночи. Потом кто-то выстрелил воздух из автомата, и все прекратилось. Утром братья Гальперины совершили самый затяжной из своих прыжков.
слава богу, без нашего участия. Все у них прошло хорошо, и премия майора-сироты была перечислена в спортивное общество «Динамо». Заноси. А потом принесли бомбу. Ты как, брат? Она мне все кости переломала. А для вас есть и хорошие новости. Поскольку один член вашей команды выбыл, всю команду сняли с соревнований. Ура! Но есть и плохие. Командир нашего подразделения... Майор Колбаскина договорился с вашим генералом, что вы останетесь в части еще на неделю и проведете дезинфекцию казармы. Да какие же это плохие! Плохие. Очень плохие. Совсем никуда. Лучше сбросьте меня с самолета. И действительно, вскоре нас ожидали серьезные испытания, но это уже другая история. Песню запевай! Потому что мы пилоты, небо наш родимый дом.